всем привет! Как обычно, я рад вас приветствовать на своем канале Mirror at Fishing. Приглашаю вас на очередную рыбалку по хищнику, на вот эту замечательную речку Псел. Сегодня будет береговая рыбалка. Погода, как вы видите, то дождь, то мрячка, иногда появляется солнышко. Я думаю, это позитивно повлияет на сегодняшний клевчик, и своих пару хвостиков мы поймаем обязательно. Рыбачить буду, как некоторые пишут, на хлам, с помощью хлама. Спасибо вам и за такие комментарии, они как бы поднимают настроение. Ну, а если серьезно, друзья, кто собирается на рыбалку, вам, конечно же, ни хвоста, ни чешуи. Ну, а кто дома, приятного просмотра. Погнали рыбачить! Ну что, будем пробовать делать первые забросики. Начну я с коллектора 130-го. Утки, я вас тут немного побеспокою. Хочу поставить вот такой натуралочка, но с синими бочками. Флир 128. Погода такая, больше пасмурная. Я думаю, может быть, такая расцветочка сработает. Есть! Вот и первая поклевочка. Почти на выбросе. Где ты там? Щукенция. Вот и первая щучка, которая порадовала нас поклевочкой. Сработал флир 128 с такими синими бочками. Щучка примерно граммиков 600+. Сейчас ее отпущу, не будем долго мучить. А мы продолжим рыбачить дальше. А ну-ка, скажи «А». Давай, щукенция, расти большая. Ушла как торпеда. Есть. Еще одна.
спасибо тебе за поклевочку, что ты тоже нас порадовала. Давай. Ушла. Ну вот вам и хлам. Нормальный воблер. Работает, ловит исправно. Тем более мне как бы больше азарт разловить копию на оригинал, узнать, работает она или нет. Тем более по цуёковским воблерам, которые у меня были и есть на данный момент, таких нареканий нет. Есть. Ух ты. Непонятно, то ли забарилась, то ли такая неплохая. О, хорошая щучка. Я думаю, килограммчик есть. Ну вот, третья щучка порадовала нас поклевочкой. Таких размеров довольно неплохих. Сейчас поважим, узнаем ее вес. В очередной раз сработал флирт 128. Вот такая красавица. Ну вот такой вес имеет наша щучка. Довольно-таки неплохой. Эту красавицу мы отпустим, да? Плыви. Спасибо тебе за поклевочку. Так вальяжно ушла. Есть. Хороший такой ударчик. А ну покажись. Ну тоже неплохая щучка. Так, а куда тебя выводить? Да я тебя так достану. Ну такая где-то. Полкило, наверное. Может, чуть-чуть больше. Спасибо тебе за поклевочку. Отправляйся подрастать. Так, ну вот тут сейчас побросаю немножко и переобедаем. Ну вот такой тут ресторанчик у воды. Называется «У бобра». Прикольная беседочка такая, сделана с душой. И тут у бобра интересная. Мусор не бросать, ну а купюры можно. Продолжаем тестировать термосы, вот такие Ranger. Но сегодня взял только кофе с собой, так как планирую рыбачить недолго по времени. Взял такое на сухомятку перекусить. Ну вот такая у нас рыбалочка получается. Я считаю, что довольно неплохо. Тут я прошел от машины примерно километр максимум. По времени это вышло часика два, не больше. И поймать 4 щучки, ну я считаю, что это довольно-таки неплохой результат. И щучка такая, ну, нормальных, допустимых размеров. Так что, ну блин, классно. Сейчас переобедаю,
и продолжу дальше рыбачить. Итак, перекусили, идем дальше рыбачить. Пройдусь дальше, посмотрю, есть ли там вообще выход к воде, потому что я тут первый раз, точнее, первый раз с берега. А так я уже тут плавал лодкой, по-моему, в прошлой рыбалке. Сейчас посмотрим. Есть. Еще одна. Так, давай туда тебя поближе. Опа. Ну вот, ты, наверное, сегодня самая мелкая. Стой. Самая мелкая. Но все равно тебе спасибо за поклевочку. Давай, дуй. Расти. Большая-большая. Еще сделаю пару забросиков. И все, уже я возле машины. Хорош на сегодня будет. Ну вот такая, друзья, получилась сегодня рыбалочка. Я считаю, что рыбалка удачная. Рыбку мы поймали, поклевочки злые, адреналинчик присутствует, тем более щучка таких нормальных размеров, ну более-менее. И учитывая то, что рыбачил на вот этот хлам, так это вообще бомба. Всем спасибо за просмотры, за подписки, за комментарии. Кому интересно, конечно же, подписывайтесь, буду рад, рад общению. Всем хорошего настроения, ни хвоста, ни чешуи. До новых встреч на рыбалках. Пока!